Одна догнала другую. Сразу две маршрутки стали участницами ДТП на проспекте Октября в Ярославле. Столкновение произошло днем. У автобусов существенное повреждение. Маршрутки остались без фар, пострадало и лобовое стекло. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились пассажиры. Люди обратились за медицинской помощью. Их жизни ничего не угрожает. По словам кондуктора одной из маршрутки, аварию спровоцировала та, которая ехала впереди. Перед нами ехала цистерна с аммиаком. Она резко затормозила вот здесь, перед нами. Мы это еле успели затормозить, метр примерно даже от нее встали. А сзади автобус тоже ехал. Он, видать, не успел.